Так, вот такая армия пушистиков у нас получилась. Теперь нам надо ее вставить в пенопластовое основание. Ничего сверхъестественного делать мы не будем. Просто берем пушинки, оставляем небольшое место для того, чтобы сделать чаши листик. Вставляйте пушинки так, чтобы они были у вас на одном расстоянии и одной высоты. Вот такой одуванчик у нас получается. Так вот выглядит наш огромный одуван. Держать его не очень удобно. Теперь нам надо сделать листочки внизу и стебелек, с помощью которого он у нас будет стоять. Так, берем зеленую гофрированную бумагу и отрезаем 1 метр. Складываем его раз и два. Теперь собираем гармошку. И скручиваем по всей длине. Теперь каждый листочек берем и аккуратненько прошкрябываем ноготком. Аналогично поступаем с остальными листочками.
Так, теперь в нижней части одуванчика, там, где мы не фиксировали с вами пушинки, вставляем несколько шпажек, с помощью которых одуванчик будет крепиться к основанию. Теперь эти шпажки вставляем в металлопластиковую трубу, в двадцатку. Вот так. А в нижней части, вот здесь, мы будем с вами приклеивать наши чашелистики. А потом все это оборачивать зеленой гофрированной бумагой. В нижней части оборачиваем трубу гофрированной бумагой. Для этого отрезаем полоску и приклеиваем. Ну, в общем, смотрите, ребят, что у нас получилось. Вот такой вот огромный одуванчик. Я думаю, больше уж точно не надо. Мы его закрепили, чашелистик.